New Life It's My Life. И сегодня в составе трех человек мы идем в магазин 99 центов. В составе трех, потому что Сашка у нас раньше заканчивает, как студент. Ну, со следующего года Сашка. Скула, скажем так, прескула. Да. У нас будет лишний час. Вот. А сегодня мы идем в центр. Зачем? Ну, нам нужно купить какие-то продукты, ну и всякие. А, нам надо украшалки. Купить крем на торт, украшения, да, на, да, торт. Ну, в общем, что-то надо купить, сейчас посмотрим. Давай, давай сначала говори, Сашка, что это у нас такое будет? Это такая миссия секретная на Катерининой birthday. Да, которую никто не узнает, потому что мы готовимся к Катерининому дню рождения. Ну, я узнаю, и мама узнает. Ну, так потому что мама главный готовщик всех, Саша, этих дел. Расскажи мне, что это такое? Я где-то такое видела, я не понимаю, какая-то свинья милая. Кормилая свинья. Вот, кстати, там шокопа эти стояли. Получается, сколько шокопа их в коробке? Здесь эти маленькие, которые... 6. Да, с а таким... в красной, получается, пойдем проверим. Ну, нам вообще вот такие... Ну, мы проверим и пойдем в прибамбасы. Вон по 499 какой-то щенячий патруль стоит. Не хочешь посмотреть? Подожди, тут тоже изменения? Тоже какие-то конфеты перевешены? Кала. Зайка, что это такое? Зайка, это щенячий патруль. Я это... вижу, что это щенячий патруль. Животинки. А, животинки. А это тоже какие-то грызики, животинки. А как я думаю, это какие-то кислые. Я... Сейчас пойдем в тот. А это вот на день рождения дети разбивают палкой и оттуда высыпаются конфеты. А потом ковер не выпались с этим. Но это обычно на улице разбивают. Но мы разбивали дома. Блин, а мы не купили конфеты папе. Машину на работу. Это удар. Отдыха. А я тебе отдых, с дома Сашка, могу. Ты правильно говоришь. Я тебе с дома могу что-то дать. Там у нас есть конфеты, которые мы... Домашние конфеты можешь выдать. Блин, неужели нету конфет? Немножко конфеты как-то перевесились, по-моему, да? Зай, да, да, я тебе говорю, как все перевешено. Сашка, иди вперед, чтобы не мешать пройти. Оп. Так. Так, 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 конфетосов нету таких, как я хотел бы. Хотел бы, их нет. Ладно, идем. Крекеры какие-то продаются. Но крекеров у нас по ряде хватает. Мама уже нашла шокопай. Есть еще какие-то с бананом, но я, бананом, наверное, не буду с бананом. А, ну так мы и берем, Антошки, да? Так подожди, здесь у нас 8 все-таки, подожди. 8? 8. За доллар. Да. А там было 48 за 8,99. Это 6. Ну, 6 долларов. Да. За 6 долларов 48. Получается, здесь они дешевле. Что Сашка нарыл? Тедиков хочет? Я помню, там были такие карты, они были наверное, все еще с этим самым. Ну, смотри, может, что-то другое захочется. Кстати, можем остановиться на сахаре. Вот есть вот такой сахар. Эта упаковочка будет стоить доллар. Сколько здесь? 200 грамм. Срок годности 20-й год. Так. Вот обычный сахар. 2 ЛБ. 99 центов. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас сахар, который весит. Почему я не вижу, сколько он весит? А, он доллар 99 стоит, это большая, вот это меня интересовало. Так, вот такой сахар. В общем, сахара в Америке очень много. На любой вкус и цвет вы найдете себе пакет.
Вот такой. Кто-то разбирается в этих значках. Так. И вот такая вот сахарная пудра. Там наша тачка не сажается, забирает. В общем, сахар в любом формате. И кусковой мы тоже уже нашли, показывали. Вот. В общем, сахара хватает. Что мы купили? Я купила вот такие три баллончика с сахарной глазурью. Угу. У меня еще есть такой, в котором можно объемные цветочки делать. Угу. И мы напишем там Катариночки. А вот этот вот пену эту будем покупать? Нет, нет? Я не думаю. Окей. Ну, короче, у тебя есть чем разукрасить, да? Да, да. Ну, отлично. Добро. А вот такие маленькие маршмеллоу не будем посыпать? Нет, это не будет. Думаешь? Угу. Ну, окей. А, кстати, вот покажи, как вам для выпечки интересно. А мы, может, отдельно по выпечке, да, пройдемся? Давай. Я так просто покажу. Это вот всякие украшения для кондитерки. Краски, посыпки. Ну, и вот такие вот всякие смеси для тортов. Мы их покупаем. Маришка печет сама торты. Куда зайти? Кетчуп берем. Отдыхать поедем? Через неделю. Через неделю. После этой недели. Это последняя неделька школы, мы поедем. Ну что, куда двигаем? В украшение? Да, я хочу вот там посмотреть. Куда? Тут дорога. Вот я покажу, какая интересная. Для меня интересная. Очень удобно ребенку давать с собой. Вот я с девочкой на гимнастику с одной ход сделала, да? Угу. Ей на перекус вот это дается. Здесь в упаковочке маленькая консервочка, которая легко открывается. Несколько печенюшек и она перекус. И ну, ложечка. Нет. Салатик. И она перекусывала этим, это очень удобно в ланч ложить. В ланч бэдди. Ну, да, в ланч. Куда? Я ж не знаю, веди куда хочешь. Потому что меня уже выйдешь, я уже ничего не занесу. Так какие ты хочешь овощи? Иди, бери, смотри. Мне картошку нужно ищи. Ну, давай. А я хотел в банки зайти посмотреть. Что ты хотел зайти посмотреть? Энергетики. Что можно купить? Вот это все. Что-нибудь интересное нашли? Ну, мне вот эти столики нравятся, для маленьких деток, которые бумага прокручиваете и можно рисовать. Получается, они по $2 будут. Ну, все, заходим. Ну, пошли. Класс, класс, класс. Ну, идем. Вот, смотри, интересная такая подсвечница, подсвечник. Получается, он будет стоить 2,50. Угу.
Все, пошли. Да, а нам вот это не подойдет повесить для ключей, чтобы вошить? Вот для ключей нам что может подойти. Но у нас нету столько ключей. Вешать ключи, очки. Это очень маленькое. Здесь ну, две это вообще для ключек, и тут написано. Мы можем переклеить то, что написано. Ладно, все, идем по овощи и за всякими штуками. Так, берем вот такие груши. $1.99 3 паунда. И что, пойдем еще, нам надо бананов сцепить, да? Давай тачку. Бананов, да. Бананов можно побольше, Антоша у нас что-то разъелся бананов. Раньше было не заставить. Бананы у нас 49 центов, цена не меняется. Это хорошо. Так, бананчики берем одну связочку. И, наверное, еще одну возьмем, чтобы более зеленую взять, чтобы они доходили. Сейчас посмотрим. Посмотрим более зелененькие связочку. О, вот такие маленькие. Мне нравится. Это очень битая. Ладно, возьмем эти. Или вот эти. Или вот эти. Вот эти. Все, две небольших связочки бананов. Так, я себе хотел взять свою, как это она, канталупа, по-моему, или что? Пойду еще раз название прочитаю. Короче, я ее называю дынька. Дынька, которая в салат. Канталупа. Вот она. Вот такая вот. Она стоит $1.99 каждая. Сейчас мы узнаем по сравнению с тем магазином. Так, значит, моя канталупа стоит $1.99 за 3 паунда. А там паунд был... А там паунд был сколько? 59? Да. Похожая цена. Макарончик. Ты хочешь макаронов купить? Так, мы зацепили еще вот такой картофан. Картофан у нас получается этот... О, 10 паундов. Все-таки они по 10 паундов были. Тогда, значит, они были по 8, потому что были молодая картошка, наверное. Пойдем Маришку догоним. Пойдем, Сашка, догонять маму. Говорит, пойду в макарончики и рванула непонятно куда. Кстати, забыла, где макароны, наверное. Я пришла посмотреть, кому Катаринка хочет, но здесь они только с нарисованным. Нам нужно будет вернуться в РОС. Но не сегодня. Угу. Это картошка 10 паундов. Хорошо. А тогда было по 8. Зайка, а сколько картошка стоила? Глянем в чеке. Ну тогда было 8. Тогда было 8 паундов, а не 10. Так что, пойдешь за буратами? А? Ну иди бери. И что, и макарошки ты хотела? Просто добавь водки. Ты получишь вот такую вот вкуснятину. Бывает разных вкусов. Смотри, написано просто добавь водки. Да? Короче, готовый коктейль. 79 центов. Левчанский по 99 центов. Или по 79, как-то непонятно. 2,99 в упаковочку из 6 банок. Или из 8, из 6 банок. Это шоколадный венчик 6,99. У них сегодня ценники полный разброд и шатание.
макароны для школьного супа. Вот почему он называется в нашей семье школьный. Микропакет 200 грамм 99 центов. Но я тебе купила. Они 3099. А, 3099? Конечно. Так вообще 600 грамм за 99. Да. Это уже приятно. Там разные. Это алфавит у нас получается, да? Да, алфавит. Наверное, там и цифры еще есть. Саш, там только цифры или... Ой, буквы или цифры еще есть. Ну что, давайте пойдем купим, может, наконец-то то, чем мы и приехали. А то опять начинается как раз. А, ты хочешь кусочек лимонца? Пускай. Давай, возьмем на всякий случай. Нам еще помнишь то, что мы это можем. Что-то сегодня у них разбудут и шатание с ценами. Я не понимаю, сколько оно. А можно мне эти делать как макароны? Конечно, Сашка. Я не поняла, ты не хочешь из этих макаронов супчик школьный, ты хочешь просто их сварить покушать? Конечно, Саша. Саша, это одни и те же макароны, их можно так варить, можно. Так а ты вот покажи, Сереж, вот так, оп, да? Оп. Я потому что вот многие оп. Продукты, да, они... Нет, где это я хотела показать, что когда упаковочка небольшая, она 2 за 99, 3 за 99. Ну, как макароны есть. Да, да. Часто бывают акции к консервам. Вот, покажи. Они здесь разные, да, виды. Да, вот написано 3 за 99. Есть вот такая маленькая, есть радужки. Но нас интересуют именно буквы, потому что это же школьный суп. Оливки? Ну. Ну давай одну баночку возьмем. Две? Давай. Нет, две возьмем. Кидай. Саша решил досконально изучить. Давай уже, Саша, будем дома кушать. Лизать, трогать. Нюхать. Дома понюхаемся. Давай сдержимся. Ну что, все, идем туда? А, на кассу, я говорю. Нам же надо гнаться за свечками. Свечи. А вон какие макароны. Да, свечи. Я только что видел, как там делают Я просто так еду, объезжаю. А туалетную бумагу мы не будем цеплять, если она есть по интересной цене? Я ее не вижу, кстати. Да, еще нет, наверное, надо будет через 105. Бери тачку, толкай, я пойду салфетки. Хорошо, посмотрю, салфетки. Может быть, большие возьму, если есть. Так. Салфетки. Смотрим, что у нас здесь. 175. Мне вот эта коробка как-то больше нравится, длинная. По-моему, я длинная покупала. Там мне салфеточки нужны в машину. Так. Ну все, салфетки есть. Это хорошо. Идем покупать украшения для нашего будущего дня рождения. Есть такое отдел в магазине 99 центов, где все для пати. Что, проблемы с пати? Свечек нету. Куда делись свечи? Вот эти радужные шарики. Шарики — это хорошо, молодец, Саша, люражи. Не маленькие они. Салфеточки я взял. О, мы еще взяли бураков. 3 по 3, а сколько стоит? 99 центов. 3 бурака 99 центов, мы взяли 3. Да, шарики не маленькие, не маленькие, если нормальные. Сейчас найдем. А если нету, купим в другом магазине. Так вот, свечи висят. Где? Вот прямо перед тобой, просто вот, вот. Я, может, думала, что купить ей циферки. А здесь сколько? 10? Десять. Ну вот. Блин, ну розовые. А у нас что? Блин. Ну Катарине что, нравится ей розовые? Нам что, голубые разве надо? Ой. Они не розовые, они пурпурно-красно-фиолетовые. Да. Само то, что надо. Ну давай еще внимательно просмотрим, ну, может, давай. Ты еще где-то увидишь. Внимательно смотрю. Так, шарики вот. Ты...
Вот. Блин, чего меня... Ну, не увидела ты, зайка. Вот, смотри, серебристые, не серебристые. Может хочешь. Быть, серебристые тогда или 10, ну, типа 1 и 0. Я не знаю, мне больше нравится, когда много свечек. Да. Ну, так что это тогда... чисто мое мнение. Зай, тогда ты как хочешь, серебристые или... А как ты хочешь, если тебе серебристые больше Саша, нравятся? Саша, давай посоветуем. Покупай как организатор серебристые. Мам, я буду сказать, потому что Катарине больше нравятся белые вещи. Такие ну, лучше. Ну, Катарине взять. Больше нравится такой свет, так что ж, давай Катарине такой. Ой, Зай, смотри, про... недавно поговорили про пластиковую посуду. Ну, бокалы, фужеры, ага. Рюмки, стопки. Все, что хочешь. Набор стопок, доллар. Ну, такие прикольные, посеребренные. А какой Катаринин самый стаканчики, любимый стаканчики, мисочки. Блин, вот эти пластиковые же получаются, да? Блин, ну выглядит как стекло. Да, ха. По итогу похода в день. Сейчас, Саш, подожди, мы же итоги должны подвести. Еще рано. Так, значит, по итоге похода в 99 центов у нас получилось. У нас там. $28.31. Так, но в эту сумму у нас еще вошли свечки, шарики. Виднишка. Не, это, наверное, все-таки шампанское. Надо посмотреть, что на бутылке. На распаковке. Короче, газированная. Газированный напиток для взрослых. Вот. И что мы хотим еще проценты? А, глянь, пожалуйста, сколько картошка стоит.
картошка все-таки вернулась к 10-паундовому пакету. И стоит картошка. Стоит. Стоит картошка. Картофанчик. $1.99. $1.99 за 10 паундов. А тогда она была 8 паундов. Ну, в общем, немножко так плавает. Ну, сейчас начинается сезон. Сейчас она, опять пакеты. Она вернется опять к цене $99 за. $99 за вагон. $1.99 или 99 центов? Нет, она вообще в сезон она стоит, этот большущий пакет стоит $99. Да, так что ждем. Еще пару дней ждем сезона и начинаем хавать картофан. Дай бы не сухость. Ну все, вы были на канале «Наша жизнь в Америке». Совершенно верно. Не забывайте подписаться, не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Там не бывает 100 грамм. Там только вкусная и здоровая пища, результаты тренировок. Ну и фотографии с различных мест, какие мы посещаем. Раньше мы его наполняли не сильно, сейчас будем наполнять, наверное, больше фотографий. В общем, до дома еще ехать милю, я столько не наговорю. Канале. Наша жизнь в Америке. Ну красавчик. Подписывайтесь, кто подписался, тот тоже красавчик. Увидимся в новом годе. Пока.